Всем привет! Fusion недавно обновился и появилась возможность создавать текст по кривой. Инструмент так и называется, текст on path, текст по пути. Я создал вот текст, завернутый вот в такую спиральку. Давайте рассмотрим этот инструмент немножечко подробнее. Итак, на эскизе я создал прямоугольник, окружность и кривую. Выпадающее меню Create выбираю инструмент текст. Здесь в диалоговом окошке можно выбрать два инструмента, текст и текст по пути. Текст это просто обычный, скажем такой, здесь текст-бокс появляется. Здесь мы набираем текст произвольно, ну и задаем ему высоту, выравнивание, шрифт, там характеристики самого текста, то есть жирный, курсивом. Ну, как-то вот так. В принципе, здесь, по-моему, Enter тоже работает и можно писать вот такие вот штуки. Окей. Далее давайте посмотрим опять инструмент текст. Выберем уже текст on path по пути. И он показывает нам здесь, что нужно выбрать путь. Давайте выберем одну из сторон данного прямоугольника. И наберу какой-то произвольный текст. Давайте задам, например, высоту 25. И как мы видим, что если настройки позволяют, то текст будет выходить за пределы данной кривой. То же самое мы будем видеть, если будем печатать текст по вот такой кривой, например, даже. Есть здесь дополнительная настройка Fit to Path. То есть, если мы поставим, то он автоматически сожмет текст по длине нашей линии, нашего пути. То есть, либо сожмет, либо растянет на самом деле. То есть, если мы берем лишние буквы, то мы видим, что сначала он растягивает, потом он начинает сжимать, 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 и в принципе мы видим, что происходит самопересечение. Поэтому либо мы уменьшаем размер нашего шрифта, либо мы просто переносим его, либо удаляем часть текста отсюда. Также, если мы уберем Fit to Path, у нас появляются вот такие настройки выравнивания по центру, либо по правому краю. Ну и различные флипы, то есть зеркальное отображение по вертикали и по горизонтали. Так, когда ставим галочку Fit to Path, выравнивание у нас пропадает. Нажмем ОК. Выберем текст. Так, текст по пути, данная окружность. Здесь все то же самое. 35 сделан. Да, дополнительно мы можем placement, положение, скажем, с одной стороны кривой и с другой. Сделаем Fit to Path. Вот. Нажмем ОК. В принципе, этот текст можно экструдировать. Так, выберем текст по пути. Так, пусть будет здесь 53, например. Если я продолжу печатать данный текст, то вот он по касательной с последней точки начнет уходить в бесконечность. То есть какое-то продолжение. Можно, конечно, поставить галочку Fit to Path, но будет полное безобразие. Поэтому набираем какой-то текст. Либо делаем Fit to Path, либо не делаем. Осуществляем выравнивание по данной кривой. И нажимаем ОК. Далее, если мы будем двигать за какую-либо из контрольных точек нашей кривой, то мы видим, что текст наш подстраивается. Нажму Finish Sketch. Так, у меня здесь создана вот такая цилиндрическая поверхность. А в вкладке Create я вызову инструмент Emboss, вызову Sketch, наш текст, и выберу цилиндрическую поверхность. И мы видим, что на цилиндрической поверхности создается вот такой вот изогнутый текст. Можно также сделать Deboss, вдавленный текст, и нажмем ОК. То есть, комбинируя инструмент текст по пути и инструмент Emboss, можно получать вот такие вот интересные искривленные тексты. Но, правда, только на цилиндрических поверхностях, потому что Emboss работает только на цилиндрических поверхностях. Ну, либо на переходах между плоскими поверхностями на скруглениях. Так, что я еще хотел показать? Как создать текст по спиральке? Есть инструмент Coil, если мы, например, вот здесь создадим пружину, а в настройках тип выберем Spiral, спираль,
секция, выберем square, квадрат, и нажмем ОК. То есть у нас получается вот такая вот спиральная поверхность. Обязательно выбираем квадратную, потому что у нас есть плоскость и есть, собственно, вот это ребро путь. Поэтому я точно так же создаю эскиз на вот этой плоской поверхности. Create, текст, текст on pass. И выбираю одну из этих вот закручивающихся кривых. Так, увеличу, например, здесь до 50. Вот. Текст очень маленький. Давайте 150 пусть будет. Так. Введу, например, Fusion 360. Если его вставить много-много-много раз, то... Так, пусть будет 200. Окей. Вот. То он точно так же вот на краю спирали будет выходить прямую. То есть поэтому убираем фрагменты. Точно так же можно здесь делать выравнивание, флипы, делать fit to pass с одной стороны кривой, с другой стороны кривой. Вот. И точно так же этот текст можно выдавливать. Нажмем ОК. Отключу видимость нашего тела. Вот такой вот спиральный текст получилось создать. Инструмент, на мой взгляд, очень полезный. Раньше нельзя было создавать текст по кривой. Я считаю, что это очень нужно и полезно, поэтому пользуемся. Комбинируем его с другими инструментами обязательно. На этом я данное видео заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!